21 апреля губернатор Югры проведет прямую линию с жителями округа. Наталья Комарова анонсировала очередную тематическую онлайн-встречу «Обратная связь». Глава округа вместе с участниками эфира оценит исполнение поручений данных правительству региона и обсудит результаты работы исполнительных органов власти. Добавлю, что трансляция прямой линии пройдет в 12 часов в аккаунтах губернатора, а также в группе региона Югра в социальной сети ВКонтакте. Там же югорчане могут задать вопросы и оставить свои пожелания.